12 июня в округе отметили один из самых молодых государственных праздников – День России. Но ситуация с коронавирусом продолжает вносить свои коррективы в проведение массовых мероприятий. Однако ограничения не помешали активистам подарить жителям заряд хорошего настроения с самого утра. С праздником! Спасибо! И вас также! Территорию кинотеатра «Искра» в Видном – одно из самых многолюдных мест. Празднование Дня России в городе началось именно отсюда. Поздравить местных жителей и подарить ленточки в цветах российского триколора вышли активисты муниципального учреждения «Энергия». Для меня День России – это очень важный праздник, потому что я очень рада, что живу в этой стране. И, мне кажется, настоящие патриоты прям празднуют этот день. И мне очень нравится раздавать людям ленточки, смотреть на их улыбки. А тем временем у входа в кинотеатр и в его холле развернулись спортивные баталии. На свежем воздухе ребята играли в настольный футбол и хоккей, а в помещении можно было посоревноваться с клоуном Алексом в перетягивании каната или сыграть в твистер. Ребята также получили праздничные ленты – символ неразрывной связи гражданина со своей страной. С